с вебкой непонятно куда. Отрубим тогда. Так, что вообще тут надо делать? Local play, online play. Кастомизация. Так, вот и мы. Надеюсь, вебка не будет мешать. Мы бегаем, вот мы бьем. Идти дальше. Так, имеются перекаты. Луковица. Дала по роже. Фиолетовые слизняки мы еще собираем. Окей. Так, а с этих штук что-то падает. Цветочки. Цветочки ничего вроде, да? Это что такое? Так, ладно, гоу, нам уже говорят идти. Броненосец был. Как его, да, называют? Так, тут, наверное, на геймпаде так, да, удобнее играть. Я что-то с клава мыши. Поэтому еще мышка на экране, скорее всего. Так, эти штуки там активируются, если, видимо, рядом.
Тут стреляется еще. О, это, кстати, оглушение какое-то. Оглушение в оглушении. Select Power. Big Stack, Heavy Attack, PR Cleaning, Deals 300 Damage. You attack to longer push enemies away. Что выбираем? Heavy Attack правый. Давай Heavy Attack этот возьмем. Оп. Огненный молот. Это что за редиска? Так, еще. Улучшение, так что у нас 20% front speed, you attack against enemies with full health, 25 damage, правый мне больше нравится. Если мы скипаем, то нам дается вот эта штука. Окей. Так, магазин. Refuel Potion 75. Допустим, что она делает? На кучу-то еще. Drink 500 хп хилит. Так и что, и что? Что-то еще можно? Видимо, нет. Купили Poison. Так, а ты что у нас скажешь? Так, там не мешает? Че, вроде, да? Вебка не закрывает. Так. Можем пойти наверх, либо направо. Давай наверх. Опа, ни хрена себе. Гуляют еще. Сюда. Где мой огненный топор? Или мы, получается, что-то заменяем, или чё, что ли? Хотя, Heavy Attack, 300 дамаг есть. А тогда просто огненный топор, этот молот у меня был почему-то. Так. Если я умираю... Remove Pull and Heal 150% от максимального здоровья. Critical Hits Drops 1 Tefran. Давай правый. Окей. Okay. Он не станется, кстати, еще, блин. Можно хелсануться. Как раз еще сейчас. Ой. Он, кстати, устает еще.
надо зажать. Окей. Не туда. Вот эти цветочки, они как ловушки еще. Так, что, босс какой-то, что ли? Да. Dark Souls, поехали. Ни хрена, он пол хп мне снес, а у меня нету хилок больше. Ни хрена не станется еще. Мне на тишу мешается. Я, блин, уже напризывал. Надо его что ли бить, он просто по ним тоже он дамаг наносит. Это не туда, прям еблет. Так, а сколько хп у него, я не вижу. Пока непонятно, он если что будет краснеть. Окей. Самые 50% хпшечки. Он начал краснеть уже. Отлично. Так, это на выбор, что ли? Щит или электрик пауэр или шилд. Давай шилд. Every 10 hit stick, gain 1 shield сегмент. Когда ты убиваешь enemy, focus hit gain shield. Давай, когда убиваю. Опять, кстати, этот. Блин. Мелкая редиска. Вернуться. Куда? Блин, уберитесь эти надписи, блин, которые на мне там. Кстати, справа снизу, да, ничего у нас нет, я так понимаю. Так, вопросик. Давайте на вопросик сходим. Убили. Так, и что в итоге тут у нас? Лутецкий, которого мы залутали. Так, возвращение в город. 12 минут мы.
Так, что у нас в городе? Так, локации. Такие. Такие мобы. Так, это неюзабельная штука. Так, инвентарь. У меня только топорик. Так, а эти штуки вообще что дают? Что-то крафтить из них можно. У меня шлема никакого нет. Так, апгрейд за одну штучку, крафты там. Корстоны, три штуки у нас имеются. Ну, давай крафтим. Повязка, что ли, на... Давай апгрейд сделаем. На каждую из разных этих, типа, что ли, можно. Нужна эта штука. Блин, у меня, кстати, вот эти штуки были. Чтобы шапочку такую сделать, получается. Окей. Гоу тогда. Опять инвентарь я тут закрываю. Мешочек. Пофигу, тут сверху уже остаться. Вроде во время битвы тут ничего снизу нет, ладно. Select power. Поехали. Так, все забираем. Едем дальше.
Особо развилок пока нет, да? Хил, да? Так, вопросик пошли. Капец, тут намного больше становится. Давайте все сюда. Ауешечка. Хрена чё мутят акробаты. Сколько плотный. Суммон какой-то, ничего себе. Когда вы убиваете, суммон. Фиджет миньон. For you. Миньон, который будет любить нас. Он агрит на себя этих мобов, получается. И атакует, по сути, их. Хорош. Ну, надо убивать каких-то пожестче, значит, да? Или он теперь с нами... Или в каждой локации будет новый. Так, хилочку бы нам, да, взять? Я бы взял. Так, босс. Ой, не то. Взял хилку, заюзал. Хотел shift нажать, нажал Q почему-то. Почему? Блин.
не будет миньона, который будет нам помогать. Тупо слился, хилку тупо заюзал. Вот говно. Херня какая-то получилась. Так, итемы. Так, я не понял, что он от нас хотел. Weapon Games. Окей. Они полетели, что ли? Что еще какой-то есть режим онлайн? Что он значит? Онлайн плейн, join host. А, это можно с друзьями, типа. Тогда понял. Маленько уснули.
Блин, эти редиски еще бьют быстро. Ни хрена себе комбо-вомбо. Оказывается, можно делать. Так, хилочка. Цепанул. Мелочь пузатая, блин. Зацепил. Давай эту попробуем взять. Их тут много. Можно апгрейднуться за эту штуку, да? Окей. Еще что? Ага, только это, да?
Есть смысл тратить-то их? Они еще куда-то юзаются. По-моему, чтобы купить эти за 75, вот. Что надо пока? Или что-то купить? Апгрейднуть, да? 50%. Отпустим. Заюзал. Сагрить тоже сюда. Окей. Так, это что за дяденька? Апгрейды какие-то. А, типа за 250 по мне дамага. Понял. Но только теперь я без ХП. Сверху что-то и под вопросом. Может, это хилочки какие-нибудь? Опять этот? Poison? Yes. Хорошо. Надо заюзать, нет хп ни хрена. Все, он больше не дает. Блин, ну повезло, что он дал хилочку нам. Нету. Какой-нибудь отхил бы нам. Хилочка давай. 76, там как раз 75 вроде надо. Чтобы купить. Опять купили, опять заюзали, блин. Так, а в чем прикол этой штуки здесь? Опа. Босс? Гигабосс? Босс-гигабосс или что это?
Another trick. Сразу эту штуку ломать, наверное, надо. Мэн въеблет. Бестолочь. Рейдом. Unlock за 2. Unlock за 3. Есть вообще смысл что-то вот эти-то крафтить? Или заапгрейдить эти? Ну, по сути, разблокировать бы надо, да? Чтобы скрафтить топорик, можно гемы, да, вот эти штуки. Окей. А тут типа есть помимо этой штуки еще какие-то два этих. Кого-то что-то может покупать можно будет. Game Collection 0. Move speed. Ну вот это лучше штука. Thank you.
Так, а комбо-вомбо-то у нас... Ага, два, значит... Два раза левый клик. Надо быстро. Да, что-то я хп тут, конечно, потратил. Так. Я не понял, как эта штука работает. Она, в принципе, типа агрит в этом радиусе. Все мимо.
Так, опять за эти штуки апать. Мне, по сути, надо, чтобы 75 было. Чтобы я все купить. Блин, а сверху хилочка как раз была. Мне теперь не хватать будет. Да. Хилочка, конечно, была бы получше. Нет, прям на полдыху. Прям под булдыху, блин. Окей. Ему съебало. Ну как этот босс, по сути, изи? Одна штучка. Там нет смысла тут оставаться, поехали. Опа, копье. Я бы испробовал. Разобрались примерно. Кстати, все то же самое. Сразу. Что-то еще мне намажет, да, что ли? Thank you.
смотря в какую сторону, блин, смотрю, да? Если я бью и не по юнитам, то типа мне дамаг наносится. Что разобрался. Просто бить нет смысла по воздуху. Я сейчас откисну. Так. Не знаю, что это значит. Поехали. Блин, продамажился нормально. Да, прям слюню не то. По хилочкам-то у нас не хватает. Ты жижи еще. Удачно получилось, конечно. Нет. Как нам отхилиться-то? С отхилом связано, да? Поехали. Ну, сейчас купим хилочку. Четыре хп, конечно.
Да блин, в слюню попал. Как попало-то? Я же вообще не там был. Конечно, минус хп, если не по юнитам, такое себе решение было брать. Ну так, чисто попробовали. Но копье прикольно работает. Тех ноль скрафтить, налог пока. Можно заапгрейдить еще, да, вот эти. Мили атаки. Так, где-то копье на молот, наверное, здесь, да, меняется? Копье и молот. Два панциря таких надо. Так, ну поехали. Дистерь без дамага сыграем. Прям ведь на атаку прыгну. Блин, да что такое? Хотел shift проверить и опять Q нажал. Тупо хилку потратил. Эх, давно.
Так, а что по хилкам? Пока не дают, да? Редиска. Так, хилочку прикупить. Как он по мне попал-то? Уже мелочь мешается. Начал под дамаг подставляться. Вот говно. Опять много хп потерял.
Блин, у меня не хватит. 4 жижи. Да, не хватает. Сраные колючки. Это за дома кто там было? Люна. Упс. Четыре кристаллика. Хотя мы можем что-то... Может, оружие заапгрейдить, нет? Можно типа молот на 12. Но копье мне больше нравится. Там надо два панциря эти еще. Тут тогда что? Нифига себе, рука появилась. Так. Тут этих штук нету. Этих штук нету. Опять-таки. Если эту штуку заапгрейдить. Ну и так чисто возьмем. Ну такая прикольная игрушка. В онлайне с друзьями будет еще, наверное, веселее. Так, ладно, наверное, я на этом закончу, что ли. Проверили, посмотрели, что за игра. Спасибо, что заглядывали. Всем пока.